Что вы можете сказать про протонную терапию при отдаленных метастазах легких? Был рак прямой кишки, была операция, прогрессирование болезни. Но если лучевые терапевты предлагают такой вариант лечения, то, мне кажется, нужно соглашаться. Это очень редкий вид терапии. У нас в России, ну, там, в паре центров, наверное, используется. И вот у наших пациентов, у одного пациента, у которого развился такой изолированный метастаз в малом тазу, он получал протонную терапию в Японии, но это было уже около 10 лет назад. Это такие, знаете, методы лечения, которые не применяются повсеместно. Во-первых, они очень сложные, дорогие. Во-вторых, для них отбираются специальные показания. И таких пациентов, которым вот можно проводить и ожидается какой-то эффект от протонной терапии, их крайне-крайне мало. Это буквально вот так вот их по крупицам отбирают. Поэтому большого опыта и вот так вот сказать, что вот вам поможет, а вам нет, заранее нельзя. То есть если есть возможность, то надо использовать этот метод и смотреть, что будет.